Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас в Туле, в граде оружейников, где совсем скоро стартует матч 15-го тура Малбет первой лиги. Арсенал принимает Кубань, команды, которые находятся во второй половине турнирной таблицы, но команды, которые прямо сейчас излучают самый настоящий оптимизм. Подопечные Александра Старожука лишь один раз проиграли в последних 9 матчах регулярного чемпионата. Но на эти цифры давайте не будем внимания обращать, учитывая аномальную плотность в табеле о рангах лучшей лиги мира. Стартовый удар по мячу наносит Игорь Безденежных. Стартовые составы играющих команд вашему вниманию безотлагательно. С гостей начинаем. Кубань-Краснодар. Голкипер номер 1 Юрий Нестеренко. В центре обороны 28-й Азат Байрыв. Вот это начало! Тут же подача слева. Выскакивает на ударную позицию Илья Грузнов. И есть от чего схватиться за голову. Правда, Ашот? Действительно, это как-то было очень неожиданно и очень опасно. На самом деле Грузнов просто толком по мячу не попал. Ну вот и Коротков. Под него открывается Сергей Ткачев. У него классные подачи, но ему не дают навесить справа. Навешивает Коротков. Отбивает мяч Нестеренко. И вот такой удар следует. И 1-0. 1-0 открывает счет Арсенал. Как-то очень легко, чисто внешне, все это смотрелось. Правда? Действительно. Надо будет повторы смотреть. Похоже, действительно, на провал в обороне, что за подачей вроде как следили игроки Кубани, но вот на подборе явно соперника проворонили. Анатолий Макаров забивает свой, наверное, один из самых важных мячей на данном этапе карьеры. Паникует уже, кажется, оборона Кубани. Пас назад. Макаров удар! И отражает мяч тоже не вполне уверенно. И в данном эпизоде Юрий Нестеренко в исполнении красно-желтых. С левой ноги уже заброс, удар. Юрий Нестеренко сейчас исправляется за, наверное, в общем-то, ошибку в случае с первым голом. Стандарт будет не самым простым для Арсенала, да? Посмотрим, кому завершать есть, но для этого нужна хорошая подача. Удар-то получился, перед собой отражает мяч, Кокарев, добивание, гол! 1-1! Предчувствие, знаете ли, штука такая, его сложно поймать, но когда она присутствует, ты понимаешь, что будет что-то такое. Мячом кого-то впереди снабжать, хороший сольный проход, Коротков, удар с отскоком от газона, Юрий Нестеренко выполняет свою работу методично. Уверенно рассматривать как основной сценарий перед началом матча. Кайнов направо, отсюда подача, а Коронква перед собой отражает мяч. Нестеренко, как это не стало голом, как не сумел в данной ситуации все тот же Макаров добить, и ругает свою оборону Юрий Нестеренко, который снова мяч как-то неуверенно от себя отражает. Пока, но не без проблем. Оборона Арсенала справа поджимает Фатахов. Еще один прострел. Пас назад. Удар. И не стал сразу мяч ловить Кокарев. Или не сумел, что тоже вполне вероятно. Собственно, Левин. Подача. Нестеренко снова по центру. Мяч выбивает. Удар. Ложатся костьми под этот мяч. На пару Масичук и Байрыев. Дежавю, да? Дежавю, абсолютно. К чужой штрафной площади вот сейчас быть может, а Коронка получает мяч, бьет низом, и здесь Юрий Нестеренко. Едва ли не первый момент в нашем матче, когда Джонатан Окоронкво получил реальную возможность своими действиями прямую угрозу воротам нести. В атаку при наличии пространства устремляется Арсенал. Макаров направо, Коротков, подача, опасно, удар, и это гол! 2-1! 2-1 Арсенал! Снова ошибка, Сергей, не кажется ли тебе? Я пока предлагаю оценить то, как празднуют этот гол на скамейке и где-то там у углового флага футболисты команды из Тулы. Продуцирует Арсенал. Опасно! Падение и пенальти. Это пенальти. Конечно, еще повторчик нужно будет посмотреть. Вот, пожалуйста, Ишхан Гилаян, еще желтая карточка. А Коронква, удар, 3-1, опускайте занавес. Тульский Арсенал сегодня, судя по всему, выиграет в тяжелейшем матче против Кубани. Джонатан Коронква, 9-й гол в сезоне. Полтора сезона в составе команды с Юга России. И как итог этого самого матча, победа Арсенала со счетом 3-1. Таким образом, в Мелбет первой лиги уже лишь одно поражение уже в 10 последних матчах для команды из Тулы.